Всем привет, мы продолжаем проходить Tom Clancy's The Division, часть 4. Давай. Внимание, обнаружен отмеченный штаб противника. Давайте, мочите их! Всех добивать! Там фиолетовый. Пофиг, у меня жизни ноль. Штаб противника ликвидирован. Уведомляю ОТГ. У него было наверху что-то такое с прицелом, его показывали. Залезь. Ага. А здесь 4 ящика. Ну что, Дима, скажешь, расскажешь. Детали. Блин, детали тут штук много. Классической М44 карбин. По-моему, это твоя снайперка. Покажи. Сейчас. Ты оставшийся открыл? Я открыл С4, не знаю почему так. О, мотоциклетные наколенники. Прелестно. Попался на тебе тоже? Нет. Нет? Внимание. Кстати, задание вообще легкое оказалось. Он был рассчитан на 3-5 уровень. Так уж неинтересно. Чё, куда? Здесь еще рядом еще есть. Пойдем? Ну давай. Сейчас, погоди, я найду мне дорогу. Вот, следуй за мной. Ну как перезарядиться в пути. Ух ты! Да что ты так со мной? Не двигайся, ты урод. Вляпались или нет? Что это за шпана такая? Насколько я понимаю, вот это плюс свободного мира. Ты о чем? Вот ты просто идешь по улице, оп, тебе привет вот такой, как тебе? Блин, вот раз было неприятно. Если бы ты не пытался убежать, пока пытался тебя реанимировать, еще более-менее.
Кто куда? На задание. По-моему, кругом пробежали. Как он не маршрут нарисовал? У него враги. Внимание! Обнаружен противник. А это что за часть? Начали. Там снайпер, походу. Ой. Еще и парень. Пошли. Еще есть кто? По-моему, да. Нет, все, ключ надо найти. О, флисовая кепка Индиго я нашел. Да. Чё дали? Медицинский ресурс, 3-4 кредита и 660 чего-то там. Ладно, в штаб тогда. Я посмотрю, что могу справить и спать. Дорогу до штаба ты проложишь. Давай ты. Мне кажется, мы еще на любви наткнемся в пути. Возможно, у меня аптечка есть. Одна. Мне тоже. И еще одна перезаряжаемая, та, которую я стреляю. Впереди враги, Ваня. Насколько далеко? Недалеко, вот они. Двое? Это нормально. Я не знал сколько, я искал враги. Блин, ребят, тот же вопрос. Пусть апокалиптический мир обухла, нет, что за фигня? Я нашел бутылку воды. А я лимонада. Банку. А смысл? Бухлом я имел в виду не банку, лимонада у них. Блин, вот знаешь, здесь чисто хотя по району можно получить рублей больше, чем от миссии. Нет, ну когда на двоих наткнулись нормально, а вот. А у кого крафт? Че? Крафт у кого? У торговцев? Нет. Вот здесь напротив производственная станция. Прям вход, короче, и прям перед следующей комнатой. Пытаюсь крафтом заняться. Для меня это важно. Начнем с того, что для меня это в игре вообще важно. Вытяжные что-то передавать, скорее всего. Я с тобою. Еще одна мелкая операция. Окей. Мне просто. Как Адриан, да? Кто? Адриан. Блин, ну да. Ты где? А, все, вижу. Так, надо освободить заложников, вперед не лезь. А, нет, исследование вируса. Дурачки. И ты как его давно набрался? Ты далеко-то убежал, а? Так, стоп.
Надо просто ходить и собирать вот эти инструменты. Ты где? Ходи, стой. Ты дурачок, сейчас там один останешься. Стой, погоди. Я не знаю, где вход. Стой, я никуда не вошел. Стой, не двигайся. Вот я. Я никуда не вошел. Окей. Внимание! Обнаружен зараженный груз. Входим? Давай. Внимание! По всем данным, эта зона заражена. Нёк нет. Фильтра недостаточно. Фильтра недостаточно. Вы выходите из зараженной зоны. Маски с высокой степенью. Фильтр надо где-то улучшать, видимо, нет. У нас фильтр первого уровня, требуется второй. А где их взять? На базе улучшать. Ну и куда? Погоди. А мы там не пройдем, умрем сразу, что ли, чё? Мы ж попробовать. Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. Я зашел уже. Внимание, проверка на заражение. Что будет? Сразу смерть, как только закончится. Да? Сразу? Да. Я сдох. Ты где теперь? Ты зараженную зону. Ты где? А, все, недалеко от тебя. Иду тебе навстречу. Ну все там на сюда. Сейчас только инструменты соберу. Видишь, значит, карту открою на М. Угу. Видишь, значит, инструмент, электронные компоненты. Это просто ящик с ними. Надо его просто найти. Угу. Коп побежал. За инструментами. Ой, Ванек! Стреляют. Я знаю. Че, я и стрелял. Вот урод, а. Драться я не буду. Иди сюда. А здесь что, нельзя по телу убить? Не а? Надо, успокойся. Вот, короче, я прокачал снайпер. По смыслу с ним взять огромно. Где эти инструменты? Это ящик с ними, тупый ящик. Ну, так что надо, наверное, забрать. Ванёк? Все? Да. Снайперка здесь так себе. Щит зашибись. Где? Пытаюсь понять, где ящик с инструментом. А, все, нашел. Ну и побольше положить. Как ты залез? А? Как ты залез? Я не хотел залезать. Они просто лежат здесь. Где здесь? Вот. Бери, твой ящик будет. Я на канале. Вижу. Как мы в первый раз не нашли? Легко. Кувыркнулся по мусору. Хе-хей. Подожди секунду. Человек в беде. Где? Где? Вот он. Я около него стою. Но только у тебя есть, видимо. Я твой должник. Сука ты. А, нет, стоп, мне тоже опыт перечислили, ладно. А зачем банка лимонада? Спокойно, тут все свои. Не знаю. Он просто решил поспать. Они дрогнули.
противник сбоку. Какого? Вот козёл, а. Ну как тебе моя тактика? Тебе не понравилось? Хочешь поржать, наверное? Пока, короче, купила себе дождь, мне сейчас она выпала. Причем лучше то, что я только что купил. Слушай, здесь я должна отверстие от пули оставаться. Нифига себе, у нее есть сигналка. Останется. Прикольно, да? Слушай, ну а чем ты займешься, когда все закончится? Возьму крутую тачку и поеду на запад. Найду себе мужичка в Калифорнии и покажу ему, как развлекаются ребята с восточного побережья. Точно, чувак, офигенно, вот эта тема. Или закадрить ту тёлку из кино с тачками. Ха-ха, ну, роскошная машина, роскошная дама за рулем, он заценит. Подкачу к нему и такая, йоу, пупсик, поехали кататься. О, круто. А я просто хочу бифштекс. И все? Ты можешь мечтать о чем угодно, но выбираешь бифштекс? Бифштекс вкусный. Ты слышал? Мих. Слышу, это дебилизм. Оп, бежал, я в тебя стрелять буду. Ты откуда? Вон там. Он один. Не одного. Ага. Ну это шмот твой. А я думал, то он снайпер. Снайперка неплохая штука. А патроны какие-то были. Чё взял? Ты их уже забрал, патроны были какие-то. У меня вообще столбик. Хочешь поржать? У меня зеленый столбик здесь. Где? На коленке охранника. 21. Иди в задницу, Ванёк, враги. Бегу, бегу. Один с гранатой. Твой щит мешает мне, скотина. А мне нет. Если твой щит стрелять не умею. Ой. Чего? Газовая граната, дезориентация у меня была. Угу. Ну все, давай, до завтра. Да что такое с ним? О, бутылка воды. На. Спасибо огромное. А у меня ее нет. Ну, опыт тебе дали. Да? У меня за это дал оранжевый пуховик. Ты знал, сколько у меня кепок. У меня есть бейсболка Индиго. Подробнее рассмотреть поближе. На тап можно еще драться? Да, а ты как дрался? На колесико. Там какой-то бомжик к нам идет. А, так тоже можно? Это мой бомжик. Ну ладно, на. Нет. Пошли. Сейчас. Угу. Все. Куда идем? Стоп, а как взрывные пули включать? У меня их походу 4. Не знаю. Куда? Не знаю. Знаешь, что я сделал? Сейчас тебе это понравится, походу. Сбоку у тебя две кнопки, да? Вот нажми нижнюю из них.
Где они сбоку? На мышке. Сбоку две кнопки. А мне по-другому настроено. Вот смотри, я нажимаю одну из них, смотри, сейчас что будет. И он просто автоматически бежит по направлению. У меня это переднее. А, шаг. Как ты лупишь по ней, а? Так. Выбирай. Давай, ну, ты видишь где-нибудь задание? Какое? Инцидент вижу. Чтобы техническую часть. Техническая? Ладно, пошли к инциденту. Вообще хотелось бы открыть техническую. Поддержку ОТГ, наверное, не? А, нет, стоп, это силовые ресурсы. Повторяю, есть первая фаза. Поток стабилен. Резервуар держит. Я вот тоже... А, нашел у технарей. Задание само? Да. Ну давай, пошли. Если знаешь куда. Давай до инцидента вначале. Мне дорогу рисовать? Или сам? А, ну окей, за тобой. Подожди меня-то, блин. Знаешь, у меня так классно винтовка выглядит, а я хочу начать бегать с пистолетом почему-то. С пистолетом или с ружьем? Потому что ты по жизни, да. Кстати, а у меня, знаешь, мне кажется, у меня ружье не прокатит с тем, как я пытаюсь проходить. Нет, естественно, патронов мало. Да ладно, не патронов мало. Патронов-то фигня. Хуже другое. В обойме мало. Блин, у меня подлагивает что-то сегодня. Да я вижу. Кто-то стреляет. Это, наверное, есть инцидент, да? Внимание, сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом! Из малого калибра! Это мародеры! Всем бойцам ОТГ! Прием! Поиск источника сигнала. Анализ завершен. Передаю координаты. Ты за мной идешь? Я никуда не иду. Мишань, прикрой тогда меня. Все. Все. Поговори с сотрудником. Давай. Слушай, погоди, пожалуйста. У меня немножко подлаги. А что ты хочешь? Блин, вообще сейчас перезагружусь после этого здания. Сейчас не очевидно. О, я птичку где? Уже подобрал. Кто? Где? Вот он. Погоди, обнаружены электронные компоненты. Без вашей помощи вы бы погибли. Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТГ. Внимание, к вам приближается противник. В смысле? Приближается противник! Откуда? Он откуда? Не знаю. Стоишь же, походу. Неплохо вышло. Изи. Можешь нам каждый раз помогать, я только за. Чё, сел? Спасибо, это было очень вовремя. Но не буду тебя не лепаться подумать, прежде чем нападать на патруль ОТГ. Чё такое P416? Сейчас, подожди, я заберу всё и скажу, что у меня есть. О, зараза. О, гранаты есть. Вот сейчас не видел, что выпало. Ещё что есть здесь? Так, давай посмотрим, что тебе... Вот, видишь, локтем он бьет, не прикладом. Так, что делаем? Я уж понял. Погоди, не двигайся. Есть что-то у тебя, что ли? Пара инцидентов.
А где основное задание? Блин, у тебя чувак, знаешь, хотя бы на пьянчугу не похож. Он тебя похож на охотника пьянчугу. Че, попробуем задание какое-нибудь или по инциденту? Давай по инциденту пройдемся. Че нет? А, ладно. Мне кажется, штаб может не возвращаться, пока здесь патрон не закончится. Угу, и инвентарь начнет переполняться. А он может переполниться? Внимание, обнаружен противник. Ой. Собака. Кого? Ты про них? Все? Без патронов. Что случилось? Все нормально. Я спас твою жопу, по-моему, да? А что произошло-то? Так чуть-чуть. У меня кончились патроны. Я перезаряжался, перезарядка у меня не очень быстро. А что ты оружие не поменял? Можешь мод. Я не люблю, погоди. Светошумовая еще одна. Какой у тебя сейчас противогаз? 13, по-моему. А. Окей. О. Звук неплохой, да? Неплохо озвучено. А что можно посмотреть вон того? Не знаю, я здесь вообще лучше осмотрюсь. Ты все время здесь ящики всираешь. Скажешь, что найдешь? Аптечка. У меня тоже максимум, что ли? А где заложники? Стоп, это еще тоже инцидент? Или что-то новое? Да. Чё да? Это все тот же инцидент. Уйдите, гады. Нас наебали, расходимся. Две двери. А, вот. Люди в безопасности. Блин, а там внутри-то ничего нет? Он меня не пускает. Меня так охотник. За Uplay там есть бесплатные за 0 ю вот этих вот. Угу. Сказал, что ты здесь. Чем надо? А я было разуверилась в людях. Че ты отдал ему? У тебя какой уровень? А у меня 6. У меня 5. Так вот, у него. Ой. Иди за мной. Молодец. Где следующий? Все? Все. Вот и славно. Стоп. А, все, нет, нормально. Мне показалось, все-таки патроны сделали не бесконечными. Для пистолета? Да. Я посмотрел, что 30 написано, думаю, что 30. Делаешь? Бегу. Он спросил, я ответил. Мне кажется, мы сейчас еще раз на люли наткнемся, пока добежим. Ну, должны. Да, люли. Готов? Я со снайперкой, погоди. Переключусь, да, готов.
Мишань, сбоку кто? Ага, все вижу. Да что ты? Куда ушел? Он один? Нет. А где еще? Мне одного показывают. Я понял. Сейчас гляну я. Служебный жилет 26-го мне выпал. Пятый уровень надо? Нет. Такой же у тебя, что ли? Что ли уже? Или у тебя автоматически? Да. Погоди, где этот чувак? Надел, надел. А, ладно, насать на него. Там, видимо, вообще может стянуть еще где-то еще. Хорошая вещь, короче, все-таки этот. Как его? Щит. Не люблю? Не, не люблю. Аптечек нет у меня. Блин, а как их дропнуть? Иди, пожалуйста. У меня их три. Как дропнуть? Не надо. А что ты делаешь? М? Сам себя выстрелился. Да. Агент, это доктор Кэндалл. Хочу особо подчеркнуть, насколько важно защитить всех мирных жителей. По теории вероятности, кто-то из них должен был выздороветь после долларового гриппа. А значит, у кого-то из них должны быть антитела, которые реально могут помочь при создании этого проклятого лекарства. Что касается больных, на их примере мы сможем оценить генетическое разнообразие вируса и скорость его мутации. В общем, до тех пор... Погоди, я хочу эхозапись найти. Обнаружен активный эхомаяк. О! Нашел? Стой. Вот, да, погоди. Долго. Да, реконструкция завершена. Активирую. Гуляш? Прикольно выглядит. Слушай, другого ничего нет. Классно. Сколько ты убил? Не знаю. Троих, четверых. Я считал. А я нет. Понятно. Иди за мной, я тебе покажу, где я был. И, по-моему, что-то нашел. Ты видел, я уже где ты был. Где? В жопе ты был. Нет, вот, там, вот иди сюда. Да-да-да. Я же тебе... И знаешь, где они, короче, были? Они прям рядышком стояли. Mm-hmm. Они вот тут все были. И они не все, Миш. Вижу. Я предлагаю смотреть вагоны. Я в этот иду. Погоди. Надо патроны подобрать и аптечку. Так, здесь ничего. Что нашел? Здесь ничего нет. Обшарить следующий, я пока. Ё-мо, Ванёк, как много. Ванёк. Боеприпас нашел. Молодец. Здесь двое с щитом и топором, и двое просто. Готов? Щитом и топором идут сюда. Я начинаю. А где второй? Рядом где-то. С топором, да? Нет. С топором я убил. Все? Да. Боеприпасы в вагоне. Не надо. Сейчас схожу. Нашел? Так, одна зажигательная граната. Давай. Была в конце вагона. А, у меня тоже что-то есть. Разрывная пуля. Собрал патроны? Да. Я хочу сказать, неплохие, ребят. У них что-то есть с напалмом. Слышь, у них новые гранаты есть. Граната, мне там такая запала. Капец. Стоп, а здесь еще вагоны есть? Это что было? Мойки взрываются, если по ним стрелять.
А зачем ты их взрываешь? На звук классный, но зачем ты их взрываешь? Это сейчас будут враги и попадут в бочки, когда будут целиться в нас. Окей, аргумент. Это дело нейтрализовать до того, как уляпаюсь. Ты про красные бочки? Да. Слушай, это, а может меня от бочки подожгло? Может это обычный гранат, а меня от бочки подожгло? О, смотри, вот здесь мы не были. У него впереди враги. Да, который как выглядит как шапка, да? Нет. Надень, будь шапкой, я тебе отвечаю. Все, давай, да. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.